Хочу рассказать, как можно дешево, практически за 100 рублей, сделать суперудобную и подходящую под каждый интерьер доску для записи, которую можно повесить на кухне, допустим, какие-то рецепты можно повесить в прихожей, чтобы писать, что не забыть взять, купить и так далее. Значит, берем. Ну, примерно самый идеальный формат это А4, вот как в этом случае. Покупаем фоторамку. Я нашла лично в местном магазине продуктовом, там есть такие бытовые товары отдел, и там ее продавали за 100 с копейками. Вот, может быть, в интернет-магазинах есть за такую цену, но зачастую там цены накрученные на что-то такое недорогое, поэтому можете в местных магазинах поискать. Берем, значит, ее раскрываем, там, соответственно, зажимы, тут зажим, тут металлические такие. Достаем лист, который там лежит, тут какая-то картинка обычная или фотография, что-нибудь такое для демонстрации, что это фоторамка. Переворачиваем, на обратной стороне белый лист. Все закрываем, и получается у нас идеальная доска для записей. И вот у меня есть такие специальные маркеры для записи. Они были в комплекте с какими-то там досками, но у меня только вот маркеры оказались. И у них вот эта штука, она стирает то, что написано. Довольно-таки удобно пользоваться, но оба у меня, они испортились. И ацетон им уже не помогает. То есть я залила, но эффекта ноль, поэтому можно их выбрасывать. Я использую обычный маркер сейчас. Икеевский набор был черный. Вот так он довольно-таки хорошо пишет по стеклу. Если посмотреть там где-нибудь на Валбрис, на Озоне, доски для рисования самые дешевые будут стоить там в районе, наверное, ну, тоже 100 с копейками, но это будут детские, стрёмные, гибкие доски. А тут под любой интерьер, под классический подойдет даже. Тут все ограничено только внешним видом рамки. Выбирайте, какую хотите. Вот, собственно, и все.